Всемирная организация здравоохранения готовит комплекты и вакцины для жителей оккупированных россиянами территорий на юге Украины. Вакцины эти против холеры. ВОЗ шокированы данными, полученными из Мариуполя. Там, по сути, на улицах просто болото. И там канализационная вода смешивается с питьевой. И это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Холера – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями. Возникает при попадании в организм зараженной пищи или воды. При отсутствии лечения смерть может наступить в течение нескольких часов. Главный фактор риска возникновения холеры – отсутствие доступа к чистой воде. Полная антисанитария в Мариуполе – благодатная почва для холеры. Усугубили ситуацию эксперименты захватчиков с водоснабжением. В первую очередь пустили воду, порывы, разлились реки, озера по улицам. В каждом дворе могильник, да, микрокладбище свое вымыло, все эти кладбища. Мы понимаем, трупный яд, остатки процесса гниения растеклись по всему городу, по сути. Да. Это первая угроза, и тут же вторая угроза – забитая неработающая канализация. По словам Андрющенко, это может спровоцировать не только холеру, но и дизентерию и даже чуму. Вспышки инфекционных заболеваний угрожают жизням тысяч мариупольцев, которые не смогли выехать. Однако относительно чумы инфекционисты в прогнозах осторожны. Щодо чумы, то таких випадків у нас в Україні давним-давно не було. Але, знову ж таки, зважаючи на те, що існує міграція населення, резервуари чуми є, наприклад, на півночі Казахстану, які ці території межують з Оренбургськими краями, то, в принципі, якби варіанти такі можливі, але я не думаю, хіба що якісь давні поховання, які, ну, тут не можу вам сказати, можуть бути небезпечними. Ще в кінці апреля головний санітарний врач Росії іздала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации. Особые требования касались именно южных областей, имеющих сухопутную границу с Украиной. Украинская разведка тогда даже предположила, что в конце мая, начале июня Россия может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах и обвинить Украину в применении биологического оружия. Украинский Минздрав ситуацию с распространением холеры мониторит в течение последнего месяца. За счет системы эпидемиологического надзора даже один случай холеры будет достаточно быстро диагностирован и запустится система реагирования, позволяющая его локализовать. На случай чрезвычайной ситуации в Украине есть запас вакцины против холеры. Ее эффективность около 85%. Однако ситуация с холерой на оккупированных территориях может выйти из-под контроля. Это признают в МОЗ. Более того, регионы с разрушенной инфраструктурой – рассадник разных кишечных инфекций. Головне правило, яке залишається актуальним – ваші чисті руки, ну і має бути кипячена вода. Щонайменше одну хвилину воду потрібно кип'ятити перед вживанням. Це стосується, ну, практично всіх регіонів, де є порушено водопостачання, і особливо це актуально для окупованих територій. В избежании заражений і для профілактики спеціалісти рекомендують мить іменно кипяченою водою овощи и фрукты. При этом неважно, с личного огорода или с рынка.